25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов в случае соответствующего волеизъявления народа. Он обратился ко всем политическим силам страны с предложением провести внеочередные выборы в следующем году. В свою очередь оппозиционеры заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до внеочередных выборов. Представитель партии Дашнак Цутюн Ишхан Сагателян назвал отставку Пашиняна неизбежной, а проведение внеочередных выборов неприемлемым вариантом. Политический труп ищет пути спасения, вновь прикрываясь народом, вновь пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Твоя политическая смерть уже реальность, а уход неизбежен, написал Сагателян в Facebook. Он отметил, что Пашинян пытается организовать внеочередные выборы за счет административных ресурсов. Этот вариант неприемлем. Имеется один путь – надо убрать предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность провести свободные, справедливые, прозрачные и конкурентоспособные выборы, подчеркнул Сагателян. Представитель партии Отечества Арсен Бабаян считает, что оппозиция достигла серьезного успеха, и Пашинян уже понял, что нет никакой альтернативы его отставке. Он лучше всех понимает серьезные успехи нашей уличной борьбы и уже видит ее результаты. Этот человек необычный сумасшедший, а фанатик антигосударственности и измены родине. При этом он прекрасно понимает, что будет привлечен к уголовной ответственности, что грозит ему вплоть до пожизненного заключения. Проведение внеочередных выборов он намерен создать условия до своего воспроизведения путем фальсификации. Движение по спасению Родины должно работать, чтобы отстранить предателя Никола от власти как можно скорее, отметил Бабаян в своей публикации в Facebook.